Здравствуйте, вы на канале Мисс Ксения, и сегодня мы с вами узнаем, как Адамчик любит мороженое. Ванильное, вкусное. Посмотрите на это лакомство. Как Адамчику хорошо. Как ему хорошо. Даже на двух лапках стоит. Посмотрите на это радостное солнышко. Он ходит на двух лапах. Ой, и вафельку откусывает. Ой, и вафля вкусная тоже. Да. О, лежит. Знаете, он еще любит, когда вот человек поел мороженое, оставляешь ему фантик, там же есть что-то тоже вкусное. Вот ему это достается. Давай. Адамчик очень любит мороженое, особенно с ванилькой. Это же такая вкуснота. Посмотрите, как он нагрызет это мороженое. Ой, посмотрите на него. Вкусняшка, да? Адамчик очень нравится. Вы узнали теперь, как Адамчик любит мороженое. Мы ему очень часто не даем мороженое, потому что собакам нельзя мороженого много и всякой вредной еды человеческой. Поэтому иногда можно полакомиться. Мы ему даем очень редко, поэтому ням-ням-ням. Вы были на канале Мисс Ксения, ставьте лайки на нас с Адамом и подписывайтесь на канал Мисс Ксения. А еще не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И пишите хороший комментарий. Всех любим. Мы всех вас любим. Всех слышим. Всем пока.